Друзья, всем большой привет, с вами Дан Запашный, самая популярная рубрика на моем YouTube-канале, который называется «Мобильный репортер», с ней вы очень хорошо знакомы. Сегодня, друзья, четверг, сегодня 13 июля, и несколько дней назад произошли определенные события, с которыми я вас хочу познакомить на этой неделе, в конце недели, в воскресенье, в прямом эфире. Не буду в этом видео ничего рассказывать, сделаю спойлер, думаю, что вам стало интересно. Вот, и следующее видео, которое, кстати, я тоже буду выкладывать, надеюсь, что я до воскресенья еще что-то выложу. Несколько, ребята, из-за того, что вот эти все штуки произошли, немножко выбило меня из колеи, сегодня ничего, точнее, сегодня я выкладываю в четверг, а посмотрите это видео вы, скорее всего, в пятницу. Поэтому вот именно сегодня в четверг, 13 числа, я ничего не выложил в силу сложившихся определенных обстоятельств. Это не оправдание, друзья, просто, ну, не успеваю. Вот, так что жду вас, друзья, на стриме в воскресенье. Ну что, дорогие друзья, снова мы находимся здесь, в помещении, внутри. Хорошо, что есть возможность здесь, как говорится, проводить время, потому что на улице сегодня и, скорее всего, несколько дней будут дожди, если верить синоптикам. Вот, поэтому мы тут все вместе, наша собачка, Ивушка, кто не знает, ему 12 лет. Вода здесь для подписчиков, которые все время переживают, что он так сильно дышит там, или еще что-нибудь, какие-то там находки находят. Вот. Ну и Бонечка, соответственно, с Ивом играет, изучает. Стараемся, друзья, не обращать внимания на вот эти погодные все обстоятельства. Здорово! Вот. Так что не убываем, друзья. Всем желаю сразу хорошего настроения. Напоминаю про... Здорово! Напоминаю, друзья, про наш телеграм-канал Дан Запашный Лайф. Подписывайтесь, не забывайте про нашу страницу в Бусти, друзья. Там видео появляются, те, которые вы смотрите здесь на Ютубе в первую очередь. Вот, и желающие нас поддержать, у вас есть такая возможность, там есть подписка. Вот, будем вам очень признательны и благодарны. Что произошло? Друзья, особо ничего я вам выкладывать, как я уже сказал, в этом ролике не буду. Самое важное, что у меня вскочил прыщ на лбу, а у Тома новая стрижка. Это вот самые важные новости текущей недели. Чего, как настроение? Нормально. Бодро. Вот. Как тебе погода? Ну, то, что жара немножко спала, полегче, конечно, стало, но хочется лета все равно. Понятно. Ну, слушай, ну 40 градусов было последнее время, даже вечером, друзья, вечером погода такая, что, я напоминаю, мы в Оренбурге находимся, ветра сильные, даже летом, и они такие, знаете, обжигающие, горячие ветра, то еще Иву не нравится это, чтобы они, видите. У нас попал под дождь, поэтому вот такой сморщенный. Сегодня, ребята, сегодня что было, происходило, просто жуть какая. Начался реально такой, знаете, град. Падали огромные такие куски льда. Вот, не повезло, наверное, тем, у кого автомобили на улице стояли, друзья. В общем, у кого есть гаражи, я вас поздравляю. Это очень, как оказывается, нужная вещь. Когда ты находишься на гастролях или где-то там, ну, скажем, в других городах, соответственно, есть с этим проблемы. Ты же не можешь в каждом городе, соответственно, гараж себе покупать. Вот, так что... Дела житейские, дела бытовые. Что вам еще рассказать? Честно говоря, пока и не знаю, но чем мне нравятся подобные видео, то что они, в принципе, всегда снимаются так экспромтом, как есть. Показываю, смотрите, показываю как документальный фильм практически для вас. Спасибо, друзья, за ваши комментарии. Спасибо вам огромное за ваши слова поддержки. Очень много... Конечно, вы пишете. Спасибо, кстати, за ваши лайки, друзья. Очень приятно, то, что вы поддерживаете. Это для алгоритмов Ютуба здорово. Вот. Много контента за последние 3 месяца было выложено. Прям огромное количество, на самом деле. Очень сильно я поднажал на выпуск роликов. Спасибо, что оценили мои старания. Для меня очень важна обратная связь с вами. Смотрите, какое-то... Что-то какое-то непонятное. Что это такое за позиция такая? Бойко, по-моему, там телек. Огонь увидела. Знаешь, я вот заметил, как только ты наводишь камеру на нее... Она иначе себя ведет, да? Она сразу меняет положение. Вот там просто болталась там с сыном, знаешь, ногами. Но... Как только ты прям наводишь, да, она сразу начинает другую. Ну, я много раз зрителям тоже своим рассказываю то, что... Вот она на прямых эфирах стала себя иначе вести, потому что она внимание требует, а я ей
внимания этого не уделяю. Ну и сейчас тоже практически я вторгся, так сказать, в процессы общения. Вот, и что-то Бонька вон побаивается. Не побаивается, а да нет, нет, что-то, по-моему, увидела там. Суета, друзья, суета. Какая тебе пчелка? Пчел мы, кстати, и особо-то и не боимся. Может, ты зацепила? Боня у нас летучая мышь. Вот это да. Вот это ты летучая мышь. Ты просто летучая мышь. Очень красивая летучая. Ты красавец. Ты самая красивая. Актриса, актриса, друзья. Да. Актерское мастерство тут началось. Так. Иди залазь, иди. А где твои там кухи? Да, я уже постелил. Короче, друзья, всем желаем хорошего настроения. Спасибо еще за ваше внимание к нам. Нам очень это приятно. Всем позитивчика и до скорых встреч в следующих роликах. Пока!